Ранняя весна 93-го года. Улицы Екатеринбурга по-зимнему занесены снегом. Мороз не хочет передавать власть в руки более теплому времени года. Однако, как и положено, в воздухе уже пахнет началом, а точнее долгожданным возвращением теплого и ласкового лета. Именно в это время все живое чувствует прилив сил, избыток энергии, которую превращает в чудеса. Одним из таких чудес и можно считать пробуждение музыкальной жизни Екатеринбурга из долгого и, как считали многие, почти летаргического сна. Вот уже 3 года третья столица рок-музыки не блистала практически ничем на ниве российского шоу-бизнеса. Как вдруг такое. Случилось событие, которое заставило всю творческую интеллигенцию вновь с интересом обратить свои взгляды на Екатеринбург, так как именно здесь несколько неординарных людей воссоединились для создания видеоклипа, появление которого и стало заметным явлением середины 90-х. Именно об этом наш фильм. Фильм о песне и клипе «Шансонетка». Время как-то делает свое дело, и, конечно, большое значение имел клип. Когда это все зрительно, это во много раз, ведь недаром говорят, что лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. И вот это 1 раз увидеть, вот и нужно было сделать такое, чтобы, увидев 1 раз, этот клип запомнился и понравился. И клип такой мы сделали. Его, когда посмотришь раз, он нравится, он запоминается с первого взгляда. Его не спутаешь ничем, ни по названию песни. 1 раз услышал слово «шансонетка», оно не вылетит из головы никогда. 1 раз клип «Шансонетка» увидел, он запомнится сразу.
дурочка, шагом занят, заведенная юла, шанса нет, не до угли, не до зла, выгорает до курочка. На этом самом месте, вот где мы сейчас едем, вот я ее и придумал. Я вот так ехал по этой улице. Вот где-то вот в этом промежутке вот ехал, это была ночь. Часов 12, может быть, час ночи. Машин не было, как-то так пусто было. И вот где-то здесь она мне в голову и пришла, вот эта шансонетка. Вся, весь клип прямо от начала до конца, за несколько секунд я его. И вот когда доехал я до этого перекрестка, я уже видел его, как он есть. Я не видел вот этих кадров, этих картин, но саму схему клипа интуитивно, вот эмоцию даже ту, которую он должен был произвести, этот клип, после того, как его человек посмотрит, она во мне уже была. То есть судьба клипа была решена. И вот отсюда я уже погнал с такой скоростью, чтобы не забыть. Он приехал моментально, мы поставили кассету на магнитофон, и Александр Васильевич стал, в общем-то, изображать героиню клипа. Ну и себя, естественно, в клипе, и в будущем, и героиню. Вот, собственно, это была такая первая творческая встреча по сценарию. Все, что вы сегодня увидите в нашем фильме, является эксклюзивным материалом, который никто и никогда не видел. На основании архивных видеосъемок мы имеем возможность продемонстрировать вам технологию производства видеоклипа на песню «Шансоньетка» и попытаемся передать вам дух, царящий на съемочных площадках, в монтажных и даже в гримерных. Так, вот передо мной сценарий. От времени уже листки все пожелтели, истрепались. Сейчас почитаем, что это я тогда там насочинял. Шансонетка. Первый куплет. Эл сидит, одевает куртку. Слева тень. Поет. Вторая половина. Одевает на слова «Ах, какая, ух, какая». Справа тень. Одевает, отодвигает на вытянутую руку, любуется, ухмыляется, капризно нахмуривается, бросает в коробку. Припев. Встает, идет к поющей тени, подходит, тень исчезает. Оглядывается, тень на другой стене, вглядывается, тень исчезает, идет спать, ложится на спину, руки за голову, закрывает глаза, засыпает. Сценарий придуман, далее дело техники и людей. Срочно понадобилась исполнительница главной роли, которую найти оказалось достаточно сложно.